Самира и Алина часто бывают в Одинцовском парке. Танцоры не только любят дышать свежим воздухом, они проводят здесь открытые уроки для всех желающих, а таких немало. Сегодня мы будем давать дэнс-микс, это микс стилей, то есть микс из стилей, которые сами любим, под современную музыку. Танцевать может абсолютно любой, да, то есть мы здесь даем на площадке движение, которое может воспринять каждый, исполнить каждый. Каждую субботу в парке культуры, спорта и отдыха будут проводиться бесплатные уроки танца. Проект проводится в рамках программы Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Организаторы уверяют, научиться танцевать можно буквально за несколько занятий. Это дикий прилив энергии, и ты отдаешься, ты понимаешь, что ты отдаешься полностью танцам, полностью тому, чем ты увлекаешься, чем ты живешь, грубо говоря. И это нереальные эмоции, потому что ты этими эмоциями можешь вдохновить других, и, соответственно, эти эмоции передать кому-то. Это тоже какое-то полезное дело и заряд энергии для себя. Дети и взрослые танцевали на одной площадке. Музыка объединяет, вдохновляет и заряжает энергией. Это очень здорово и бесплатно. И когда много народу, и воздух, и хорошо, что не в помещении. В помещении вообще дышать сейчас нечем, а сейчас это просто в удовольствие. Проект «Уроки в парках» продлится до 28 сентября. Мастер-классы будут проводить ведущие специалисты танцевальных направлений. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».